Интерьер разрабатывался для мужчины средних лет. Это было сделано не случайно. Здесь нестандартная ситуация, и телевизор выбирала я, что очень важно для мужчин. Привет, In My Room! Рада вас видеть снова. Проходите к нам в гости. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Юля, я основатель дизайн-студии «Мастерская комфорта», и сегодня мы с вами находимся в квартире с настоящим мужским характером. Интерьер разрабатывался для мужчины средних лет, и при разработке дизайн-проекта я просила его показать те интерьеры, которые ему нравятся. Он мне продемонстрировал интерьеры в стиле хай-тек, так как он много путешествует, он останавливается в отелях современного стиля. Но при разработке дальше я поняла, что стиль холодный ему не очень подходит, поэтому хотела сделать что-то сложное. Поэтому у нас в интерьере классические двери и брутальная черная кухня. Мы с вами находимся в прихожей. Поэтому немножечко расскажу вам про двери. У нас высота входной двери 2.100. В квартире по дизайн-проекту я запланировала высокие двери 2.30, поэтому приняли решение обрамить его, чтобы зрительно увеличить высоту дверей. Здесь же у нас теплый пол. На этой стене у нас располагается два люка. Дальше у нас открытая вешалка. У нас она появилась не случайно. Здесь у нас вентиляционный короб, который мы просто красиво обыграли. Здесь у нас есть крючочки и также большое красивое зеркало. А внизу у нас располагается подвесная тумбочка, куда можно убрать обувь, присесть. Из прихожей мы попадаем в небольшую проходную зону, которая ведет нас в гостиную. Обратите внимание, у нас здесь переход от плитки к инженерной доске. Инженерная доска у нас используется во всех основных помещениях. Вы, наверное, спросите, почему здесь получилась небольшая проходная зона, но это было сделано не случайно, для того, чтобы гостиная у нас имела правильную форму. Из прихожей мы с вами попадаем в главное помещение квартиры. Это кухня-гостиная. И первое, что нас встречает, это классические двери в темном цвете. Я заказчику предложила это на этапе разработки проекта, и он меня поддержал. У заказчика очень большая коллекция книг, и поэтому это только маленькая часть, которая здесь хранится. Мы специально разработали этот стеллаж на заказ. Тут у нас расположилась мягкая зона, у нас два дивана. Вот такой красивый трансформирующий столик. Столик у нас из In My Room. В квартире у нас симметричные арочные окна в пол, поэтому у нас образовалась акцентная стена. И, конечно же, мы сделали сюда камин. Камин выполнен по индивидуальным размерам из искусственного камня. И как же в зоне отдыха без телевизора? Сказать честно, то, что заказчики выбирают телевизор всегда сами, но здесь нестандартная ситуация, и телевизор выбирала я. Я выбрала телевизор Serif от Samsung. Он разработан французскими дизайнерами братьями Барулек. Очень красивая утонченная рамка. Сбоку она напоминает букву I. Помимо своего красивого вида, телевизор вписывается в любой интерьер благодаря режиму Ambient. И вы можете сюда выставить любую любимую заставку, поставить вашу фотографию, сделать коллаж из фотографий. Также на экране мы можем выставить дату и время. Но еще можно поставить погоду, и тогда вы будете в курсе событий. И еще одна проблема, с которой сталкиваются дизайнеры, это куда убрать провода. Но Samsung решил эту проблему за нас, и теперь дизайнерам не нужно ломать голову, они убираются в ножку. Также хочу отметить, у него красивая задняя стенка, его можно поставить в любое место. Serif пишется в любой интерьер. При покупке квартиры у нас у окон были обычные радиаторы на ножках. Это очень портило вид, и поэтому я приняла решение сделать внутрипольные конвектора. Одно из пожеланий заказчиков при разработке дизайн-проекта – это было организовать рабочее место. Поэтому у нас здесь рабочий стол, очень мягкое, удобное кресло. У нас в квартире предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции. Вы можете это видеть по двум решеткам, симметрично расположенным в этих помещениях.
Мы с вами находимся в гардеробной. Здесь много систем хранения, сделана она на заказ. Вы видите технический шкаф, в который у нас прячется пылесос. Также здесь много полочек, все сделано индивидуально под заказчика, а здесь у нас спрятался бойлер. А тут у нас стоит шкаф, который ионизирует и освежает одежду перед рабочим днем, что очень важно для мужчин. Мы с вами находимся в зоне кухни. Сразу скажу то, что заказчик хотел темную кухню, поэтому она у нас выполнена в темном цвете. Она у нас очень брутальная для этого интерьера. Пластиковые фасады у нас под металл, а на столешнице у нас использован искусственный камень белого цвета. И этот же материал мы сделали на фартук. Кухня разбита у нас на две зоны. Это у нас рабочая, это у нас обеденная зона. Здесь можно удобно сесть, специально отведено место под коленки, вы не упретесь. Внизу у нас места хранения, а здесь у нас небольшой секрет. Также кухня у нас подсвечена светильниками. А сейчас немного расскажу про кухню. Она у нас небольшая, но тем не менее она очень функциональна. У нас есть с вами технический шкаф, где встроена у нас кофемашина. Тут у нас отсек, где мусорное ведро и фильтр для воды стоит. Тут у нас посудомоечная машина. А тут у нас места хранения. Посмотрите, какой удобный. И в этой части у нас спрятался встроенный холодильник. Тут у нас варочная панель с двумя конфорками. Она узкая, всего 35 сантиметров. А тут у нас расположился смеситель. У него два выхода для обычной воды и для фильтра. В квартире у нас была перепланировка, поэтому кухня у нас оказалась в нише. Скоро Новый год, а это значит, на In My Room выйдет много классных новых видео. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Мы с вами находимся в спальне. Сейчас я немножечко расскажу про этот интерьер. Смотрите, как уже раньше говорили, у нас во всей квартире стоит система вентиляции. Соответственно, у нас здесь образовался короб, где две решетки находятся совершенно симметрично. У нас забирается воздух в этой части комнаты, а в эту часть у нас подается. Это специально было сделано для того, чтобы человек, который лежит на кровати, на него не дуло. Из-за того, что у нас образовался вентиляционный короб, у нас симметрия помещения чуть-чуть сбилась. И для этого мы сделали молдинги на потолке, поэтому у нас люстра визуально висит по центру кровати. Это такой прием, который мы использовали в этом помещении. Вот теперь расскажу немножечко про кровать. Была она сделана по эскизу. Был небольшой косяк. Приехали ее монтировать и накосячили, сдвинули кровать в эту сторону. Соответственно, когда я приехала, я пришла в ужас. Сразу была нарушена вся симметрия. Поэтому обращаю ваше внимание, если вы делаете сами ремонт без дизайнера, то обязательно все контролируйте. Но это касается не только для тех, кто делает без дизайнера, поэтому дизайнер очень важен. И авторский надзор, соответственно, контроль на объекте, он обязательно должен быть. У всех заказчиков есть вещи, которые очень ценны, и они хотят перевести их из интерьера. Вот эта вот лампа приехала с нами из старой квартиры заказчика. Мы в ней заменили только плафон для того, чтобы он вписался в наш интерьер. Кстати, комод у нас из In My Room. Как и в основном помещении, у нас используется инженерная доска. Для того, чтобы придать уют, мы положили сюда мягкий ковер. Мы с вами попадаем на лоджию с шикарным видом. У нас панорамные окна в пол. На окнах у нас шторы blackout, так как у нас мужской интерьер, поэтому здесь мы использовали черную плитку, керамогранит. Стены у нас выкрашены в темный цвет. И мебель у нас из IKEA.
планировке квартиры у нас предусмотрены два санузла – гостевой и хозяйский. Сейчас мы заглянем в один из них. Это у нас хозяйский санузел. Тут мы использовали керамогранит, плитка у нас с рисунком под мрамор. Она очень интенсивная, но это я согласовывала с заказчиком, ему это очень нравится. Также у нас в санузле предусмотрена большая душевая кабина. У нас есть небольшая ванна, заказчик очень долго принимал решение, ставить ее или нет, но мы ее в итоге установили, иногда он ее использует. Здесь у нас подвесная тумба, очень красивые натуральные деревянные фасады. Есть небольшой шкафчик, места хранения, где можно хранить всю мелочь. Мы находимся с вами в гостевом санузле, но, скорее всего, я бы его назвала технический. У нас здесь подвесная тумба с довольно-таки вместительным ящиком для хранения. А здесь у нас, смотрите, какой прикол, зеркало с эффектом бесконечности. В ходе планировки у нас образовалась ниша, но чтобы не пропадала она, мы сделали в нее встроенный шкаф с полками, место хранения, где хранится бытовая химия и есть ящик для белья. Спасибо, что пришли в гости. Буду рада вас видеть на следующих проектах. Пока-пока!